Мастер Леонов Евгений Юрьевич. Так, можно проверить ваши документы, да? Безопасность превыше всего, говорит Людмила Масленникова. Прежде чем пустить в квартиру представителей газовой службы, Людмила Васильевна тщательно проверяет документы. Рассказывает, в последнее время участились визиты мошенников. Часто приходят те, которые не имеют к этому отношения. Они просто приходят, вот мы пришли проверить. Что проверить? Непонятно. Ну, мы выгоняем их сразу. Проверка показала, в квартире Людмилы Васильевны все оборудование работает исправно. Тяга, видите, салфеточка не падает, все в порядке, тяга есть. В первую очередь проверяется на резьбовые сварные швы на утечке газа. Проверяется работоспособность газового оборудования. И это первая основная задача. Проверяется тяга в вентканале. О проверке жильцов должны оповещать заранее, чтобы люди обеспечили доступ к газовому оборудованию. У настоящих сотрудников газовой компании при себе всегда есть документы. И если у жителей возникают сомнения, они могут уточнить информацию о графике проверок в своей управляющей компании. При подозрении, что данная проверка проводится незаконно, необходимо позвонить в свою управляющую компанию и уточнить, действительно, проводится ли проверка или нет. Номер вашей управляющей компании вы можете найти на обороте квитанции, который приходит вам каждый месяц. Месячник по безопасному использованию газовых приборов в регионе продолжается. Его проводят по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Помимо специалистов газовой службы, в проверках принимают участие сотрудники управляющих компаний и государственной жилищной инспекции. Уже проверили порядка 2000 домов, выявили почти 500 нарушений. 80% из них уже устранено. Лариса Шалафаст, Николай Епифанов. События.